Ну, что по игре? Ноль голов. Вратарь с защитниками свою работу неплохо сделали. Пропустили всего лишь две шайбы. Ну, а нападающих вроде было 12 человек на льду, но без голов не бывает побед. Дали большой группе молодежи, кто мало у нас играл, ребят, проявить себя, но, к сожалению, не у всех это получилось. Кого-то сможете отметить, у кого все-таки получилось себя проявить? Ну, неплохо смотрели сегодня, что Лямкин, что Щукин. Так что, я думаю, что это будущее медведей. Сегодня по ходу матча сразу три кулачных поединка было. На ваш взгляд, с чем связано такое большое число драк? Ну, соперник, видите, не мы же начинали все эти драки. Но так тоже ездить, терпеть, это все-таки последний матч домашний. Ребята молодые, амбициозные. Я думаю, что достойный ответ дали. По Илье Мусину есть новости, как у него состояние со здоровьем? Илья Мусин у нас играл же вчера. Если вы смотрели внимательно хоккей. И неплохо играл, так что тьфу-тьфу, готовится наравне со всеми. Ну, то есть все нормально, и на плей-офф уже рассчитываете на него? Да, конечно. Сегодня просто большая группа был данный отдых, потому что у нас, видите, как 9-го мы играем последнюю игру календарную, а 13-го уже плей-офф, еще нужно добраться до Омска. Так что просто ребятам дали передохнуть, и так все нормально. Ну, так в целом, предстоящим соперникам, что можете сказать, как считаете, сможет ли наша команда побороться? Побороться однозначно сможет, будем рассчитывать на положительный результат.